Смотрите, рукава мы тоже уже пристрочили друг к другу. Низ рукавчика, сейчас я его найду и покажу. Рукав, 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 рукав. Вот он, рукав. Видите, рукавчики у нас тоже с паутинкой. Мы их уже тоже пристрочили. Вот это, Юлечка, надо было удалить. Нить наметки уже, да? Мы уже соединили подкладку рукава с основным рукавчиком. И тоже у нас вот под припуском подклеена вот эта вот, вернее, приметана и пришита потом вот эта паутинка. А теперь все очень просто. Я беру и вывожу вот этот рукавчик наизнанку. Так как мы по линии низа рукава ниточку не ставили, а мы сразу его заметали, вот у нас получился вывернутый рукавчик. Вот видите, как вывернется у нас рукав. И мне нужно сделать вот такую вот складочку. Припуски у нас здесь небольшие, поэтому складочка будет выглядеть практически вот так. И вот здесь вот мы прикрепим, чтобы было. Сейчас надо вот такой рукавчик, он у нас уже выметан, потому что мы по линии низа вот эту ниточку приложили, да? Припуски все расправлены. Сейчас можно пойти на утюг, положить вот сюда на утюжильную досочку на рукавчик и приутюжить по кругу. В этот момент паутиночка приклеится у нас, приклеит у нас вот этот припуск к основному рукавчику. И так низ рукава тоже будет закончен. Всем добра!